В Самаре потерялась и нашлась трехлетняя девочка. Правда, потом еще полдня полиция разыскивала ее родителей. Утром в районе железнодорожного вокзала путейцы обнаружили малышку, которая гуляла с собакой прямо по рельсам. Правоохранителям девочка сообщила, что ее зовут Агата, а вскоре к полицейским обратилась ее мама. Теперь женщине грозит штраф за ненадлежащее исполнение своих прямых обязанностей. А в инспекции по делам несовершеннолетних тем временем призывают всех родителей внимательнее следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра. У нас проходит сейчас операция «Осторожно, поезд», потому что с приближением тепла, летнего времени, очень много детей оказывается на объектах железнодорожного транспорта. Второй день подряд у нас такие неприятные случаи с детьми, вот как с Агатой. Вчера мы девочку изъяли в районе платформы «Вишневой», бомжи ее забрали, отправили в приют. И сегодня у нас такая маленькая Агата. Железнодорожники нашли прямо на железнодорожных путях. Ребенок играл, гулял, бесхозный.